Сегодня, 21 мая, исполняется 98-я годовщина со дня рождения Константина Федоровича Ольшанского, героя, чье имя носит наша школа. Военно-патриотическое воспитание, пропаганда подвига Ольшанцев, хранить память о героях-десантниках, раскрывать новые эпизоды и в жизни, и факты из их жизни. Время замерло, стынет границ, наступает минута молчания, и со мною огонь говорит, голос памяти, голос печали. Как я люблю! Как я хочу